Ежегодно сотрудники заповедника Утрич проводят акцию «Мы за зеленую планету». С юными помощниками высаживают деревья в детских садах и школах. Сегодня клены, можжевельники, акации, сирени и другие растения украсили территорию детского сада номер 12. Идея этой акции не только вот посадить и вырастить многолетнее дерево, но это, во-первых, привлечь интерес детей к живой природе, потому что зачастую, особенно если ребенок живет в городе, он не имеет опыта знакомства с живой природой. Во-вторых, это умение наблюдать, анализировать, сопоставлять, делать выводы какие-то, когда дерево растет живое. И это, естественно, уникальный опыт. Научившись, сам ребенок потом захочет поэкспериментировать и уже может самостоятельно высадить семена, желуди, допустим, горшок, и у них тоже получится настоящее растение. Ну и в-третьих же, конечно, это забота и уход за живым растением позволяет воспитывать в детях бережное отношение вообще ко всему живому. Ну, естественно, по большому счету, чувство ответственности за наш общий дом, нашу планету Земля.